Желаем всего наилучшего. С праздником. Счастья. Дорогие дамы, поздравляю вас с 8 марта. Дорогие дамы, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь такими красивыми, как вы есть. Какие вы есть. Девушки, поздравляю с 8 марта. Желаю вам всего наилучшего и чтобы этот год для вас был самым ярким и прекрасным. Сударыня, с 8 марта вас. Всего вам самого доброго, больше тюльпанов для вас, всего самого прекрасного. Побольше денег вас в этом магазине. Ну, наверное, вся постесняется. В преддверии 8 марта хочу поздравить всех женщин Петрозаводска, нашей страны вообще, в принципе, с 8 марта. Пожелать удачи, здоровья, ясного солнца, много цветов и улыбок. И много поздравлений от любимых и близких. Ну и свою семью тоже хочу поздравить. Тещу, жену, сестер. Ну и всех тех, кто меня знает. Спасибо. Мамочки, бабушки, девушки, женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаю вам всего самого хорошего. Счастья, здоровья, да, любите, будьте любимыми. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Дорогие мамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю всего хорошего, чтобы мечты исполнялись. Ну и всего самого наилучшего. Особенно поздравляю Щекочихину Наталью Сергеевну. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья и здоровья. Поздравляю с 8 марта. Лосева Екатерина Анатольевна. Дорогие мамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, чтобы в семье все было хорошо. А также с тем же скорбью. Милых женщин города Петрозаводска, поздравляю с этим прекрасным праздником весны. Желаю любви, удачи, хорошего мужчину ряда, который будет вас защищать на протяжении всей жизни. Дарить подарки, носить на руках, и вы за это будете за ним ухаживать. Всем любви, всем счастья, поздравляю. Мамочка, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и всего-всего самого хорошего. В преддверии замечательного праздника 8 марта я хочу поздравить любимую маму, любимую девушку, всех женщин, красавиц, красоток этого города, всей Карелии, всей России с наступающим 8 марта. Девушки, будьте счастливы, любите и будьте любимы. С праздником! Хочу поздравить всех дорогих дам с 8 марта. Хочу пожелать им всего самого наилучшего, быть всегда такими же прекрасными, всегда улыбаться красиво, никогда не огорчаться и радоваться всему тому, что у них есть. Дорогие девушки, поздравляю вас с этим прекрасным праздником 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, любви, успехов в личной жизни. Всего побольше всех ваших желаний, чтобы все ваши мечты исполнились. Уважаемые дамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю всего хорошего. Милые дамы, магазин «Тамарис» поздравляет вас с 8 марта. Желаем вам оставаться красивыми, здоровыми и счастливыми. Дорогие наши мамочки, мы хотим поздравить вас с самым лучшим днем, который посвящен только вам. Мы вас очень любим и благодарим за то, что вы делаете для нас, за то, как вы заботитесь о нас, вы возите. Мы, правда, все это очень ценим и любим вас за это. С праздником! Мы поздравляем всех наших подруг, всех наших родственников с 8 марта. Бабушек. Мам, подруг. Всем желаем счастья, любви, здоровья и отличного настроения. Милые женщины города Петрозаводска, Республики Карелия, от лица всех мужчин хочу вас сердечно поздравить с праздником весны, 8 марта. Желаю вам всем счастья, процветания, любви и всего-всего самого наилучшего. От
чистого сердца. Будьте любимы и счастливы. Всего вам доброго.